Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, находящегося с визитом в Сисиане, выгнали из церкви. Как передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ, в Сисиане армянский премьер посетил местную церковь. После того, как он поставил свечку, подошел к настоятелю и протянул ему руку для приветствия. Однако священник демонстративно отказался от рукопожатия и жестом указал ему на выход. После этого Никол Пашинян перекрестился и вышел из церкви. Между тем, жители и власти Сюникской области заявили, что не признают Пашиняна главой государства и попытались не впустить его в регион.